Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами буксом TRX Earner. Ну, так вот он, друзья, выглядит. Тут почитаете. Платит он инстантом на Faucet Pay. Букс легкий, регистрация. Значит, прописываете email, пароль, повтор пароля, разгадываете капчу. Ну, нажимаете зарегистрироваться. Я же войду. Не помню. Вроде мне письмо не приходило на почту. Вот. Кликаю сигнал. У меня на балансе вот такого количества монеток. Здесь все просто. Это выход. Вот этот замочек вверху. Значит, ПТС, кран, короткие ссылки, как всегда. Сразу же на домашней страничке находится реферальная ссылочка. Значит, я вчера вот на кране очень добренько подзаработала и проверила уже его на вывод. Минималки здесь как таковой и нет. Давайте разгадаем капчу. Так. Это... Раскатываем капчу, вот антибот. И на вот эту вкладочку Collect. И 25 тысяч коинов вот этих не начислили. Ну, как всегда, в таких буксах мы собираем коины. И каждую минуту вот 250 тысяч видим, да? Вот. Значит, ПТС. У меня здесь две рекламки. По 15 секунд, как обычно, кликаем. Ждем отсчет таймера. Давайте подождем. Вот такая вот реклама. Разгадываем капчу. Ну, кликаем Very. Возвращаемся на страничку. Вкладочку можно закрыть. И 100 тысяч коинов нам засчитали. Окей. Ну, короткие ссылки. Это, если хотите, смотрите. Тогда вам будет доступен автокран. Я не занимаюсь. Также здесь есть задание. Можно записать видео, как бы это все изучить. И сюда вставляете ссылочку на видео, отправляете на проверку. Но имейте в виду, если вы загрузите чужое видео, скачанное, не ваше, то вам заблокируют аккаунт. Вот это вот внимательно. Далее, депозит нам не надо, здесь тоже ничего не надо. История. Так, это то, что я работала. История вывода. Вот я вчера выводила. Вот. И давайте сегодня я сделаю очередной вывод. Кликаю вот сюда вывод. Значит, Tron Faucet, один коин. Равен 0.30 сатошам. Здесь сразу прописана сумма по умолчанию. Мы берем адрес, привязанный к Faucet Pay. Сюда мы его прописываем. Кликаем вывод. И вот такое количество сатошиков не трона зачислили. Переходим на Faucet Pay. Я перезагружаю страничку. И TRX Earner. Вот название. TRX, блин. TRX Earner. Значит, что мне начислили? 549 вот этих. 549 тысяч 750 TRX 19 ноября. Ну, согласитесь, неплохо, да? Работать можно. Я вчера на кране. Я вчера так заработала что-то, то это вообще ужас.
И на буксах, блин, на кранах сидела в буксах. Блин, и просто на кранах. Это что-то невероятное. Я до такой степени, что уже капчу могла разгадать. Путалась. Вот. Так что и такое бывает. Ну, баланс мой, естественно, обнулился. Вот. Так. Домашняя страничка. Ну и по новой буду собирать. Кому интересно, работайте, собирайте. Я в основном на кране. Я вот эту рекламку просмотрела, все, она у меня закончилась, а кран дает неплохо. Вот и не этот кран. Вот этот кран. Я шортлинк не заморачиваюсь с этими короткими ссылками, я их не люблю. Всем удачи, всем пока.